Тихий Компрос. Здесь сажают юные липы. В честь своего 15-летия сотрудники российской газеты решили высадить свою аллею. Нам очень хотелось радовать читателей и жителей нашего края не только интересными и актуальными материалами, но и какую-то пользу городу принести. Мы хотим посадить свою аллею, аллея российской газеты, так мы ее назвали. Это сортовые липы. Я надеюсь, что в самом сердце города, на Комсомольском проспекте, они будут радовать всех жителей. Погода прохладная и влажная, для высадки деревьев самое то. Собравшихся согревает энтузиазм и добрые слова подписчиков, которые пришли поддержать коллектив любимой газеты. Я настолько долго являюсь подписчицей, даже уже и не помню, но лет 13-14, а может даже 15. Привыкла новости узнавать из газет, из печатного органа. Газеточку я открыла, пахнет красочкой и с удовольствием. Работа в российской газете – это в первую очередь рассказ о жизни города. Каждый день. Мы часто обращаемся к каким-то экономическим, важным, социальным темам. Да, в общем, освещаем все сферы жизни города. Коллектив газеты 20 человек ежедневно трудится, чтобы 50 тысяч человек могли открыть привычную газету. А сегодня журналисты высаживали липы, чтобы ими могли любоваться все жители краевой столицы.